Приезжим теперь будет проще ориентироваться в Иванове. В историческом центре начали устанавливать туристскую навигацию, дорожные указатели к главным достопримечательностям. Они содержат QR-коды с минимумом необходимой информации, сведения об истории города, той или иной экспозиции, графики работы музеев. Дорожных указателей уже установлено 19 штук. Это за счет средств меценатов, юридических лиц. Вот. В этом году за счет средств Федерального агентства по туризму по инициативе Департамента культуры и туризма Ивановской области будет установлен еще 41 указатель. Вместе с информационными табличками на памятниках архитектуры, которые также содержат QR-коды, дорожные указатели в будущем должны превратиться в целую систему, чтобы человек, который приехал в Иваново и без помощи экскурсовода смог узнать много интересного о нашем городе. А еще лучше, чтобы остался здесь на ночь, а не ограничился только прогулкой. Конечно, чтобы и гостиницы наполнялись и зарабатывали для того, чтобы налоги поступали в бюджет. А вот это вот задача, то есть заинтересовать турфирмы тем, что имеет город Иваново. У него нет храмов, куполов, монастырей, какие есть рядом, Владимир, Ярославль, Кострома. Но есть другие вещи, о которых мы сейчас и информируем максимально. В ближайших планах властей разместить навигационные карты города на ключевых остановках областного центра, у железнодорожного и автовокзала, а также на центральных проспектах. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.